have ways of blowing things up. С вами Оладушки. Мы будем отстреливаться. Так, погодите. А, я... Мне нужно было прицелиться сначала, это просто так не работает. Первым двум очень сильно повезло. Я тут хеды раздаю. On the right. Ну-ка. Она у нас тоже профессиональная убийца, убивает по 100-500 человек в день. Есть. А где? А как этот не сдох, скажите, пожалуйста, я ж попал в него. Ну ладно. Хед. Do you like that? А какая разница? А! Есть, я застрелили все-таки. Я ждал этого момента. Куда-то в район почки прилетело. Странно, да? Стреляли спереди через чудака, прилетело сзади. Ну, красиво. Можно, в принципе, огненно стрелять, раз они бесконечные. Чпоньк. Их можно просто огненными мочить. Зачем заморачиваться? Автонаводка прилипает прямо. Ох, сколько она сожгла. Да, да. Да! Чувак, ты больше не будешь терпеть этих придурков. Наконец-то тебя убили. На абордаж! А, арбалет разбили. Мне дадут этот арбалет? А чё оно так быстро идет? После нас. Чувак пошел и просто... И просто сам типа сдох. Не убил. Да ну блин, ну такой что, давай, я нажимаю отбиться, прощу, и ну блин, арбалетом ему там в глаз, да их ничего что-то, кого фига? Cover,
alone. Where's your leader? Where's this Argo? Come face me! Нет, 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 нет! Да ну а как тогда? Как вы мне предлагаете? Что, блин, кому фигу? Мне не хватает лишней стрелы. Вот эти чуваки, они бессмертные. Что за... Ну вот, этого я убиваю. Видите, у меня еще две стрелы есть. Я ее убил. Просто друг друга разменяли. Я пытаюсь понять, она прощу не вытаскивает. Видите, первая стрела уходит в этого чувака. Ну-ка, возьми эту стрелу. Нормально, теперь хватает. Блин, там еще есть. Оно будет по мне стрелять. А, вон еще стрелы. Заткни рот собственными кишками. Она их убивает хорошо. Тот чувак сверху вежливо ждет. Это можно было поджечь. А, этот меня сейчас не видит. Ну, хорошо. Да-да-да-да-да. Так, а как мне с вот этим чуваком справиться еще раз? Я могу это поджечь, да, но мне нечем стрелять. А, у меня еще огненный блин, это так работает. Нет, это так не работает. То есть... А теперь я могу выбирать, прощу и всякое такое, я понял. Ну что, до этого я не мог, почему-то. Это было очень странно. Ладно, теперь у меня есть арбалет. Так, окей, это я заберу. Спасибо. Что тут у нас еще есть? Это было крайне странно. То есть, пока я перебил тех первых, там, сколько, 4 солдата, я мог стрелять только из арбалета. Мне нужно было просчитать стрелы. Но стрелы каким-то образом то ли не стакались. Короче, не знаю. Очередной баг на баге. Я уже заманался их считать. Просто поехали дальше. Камнем, серьезно, камнем, чтоб тебя. О, Арно, привет. Что ты будешь делать сейчас? Нет! Что нет? Что ты... В том-то и дело, что никак, она... Интересно, а как он меня догоняет в полной же броне, как он сам выразился? Давай, дай по затылку мечом вот этим эфесом. Пум. Кстати, да, вот это хорошее. Не хочешь убивать, будет. Типа, если ты убиваешь, будь готова, что тебя тоже убьют. Хватит разговаривать сама с собой, блин, наркоманка. Да, мне тоже.
А ты еще быстрее давай, что ты... Прыжок, чтобы проползти, ну то есть пробел, чтобы проползти. Спасите, а... Спаситесь от Арно, видимо. Так, доберитесь до лодки раньше. Раньше! А, окей, отлично. Вот и поговорили. В смысле, блин, раньше? Мне будет как-то засчитано, если... Еще и какой? Нафиг, нафиг, да ну нафиг, там же был quick time event буквально, на. Пошел к черту. Я что-то получил. Да, а какого же фига ты тут делаешь, дружище? Беги, пожалуйста! Так, а почему? Почему ты не бежишь? Я стою. Ух, как бесит-то! Открытое пространство! Вот, блин! Беги! Застыло, все. Что? Там какая-то невидимая. Иди ты к черту с невидимыми стенами. Так, у меня ни болтов, ни черта нету. Можно напасть на солдата до того, как он тебя ударил. Просто если... Так, тут двое. Я понял. Тут третий, вон, вижу его. Беги! Успел! И что ты ему сделал? Зачем ты остановился, дурак? Просто иди дальше. Неплохо. Бам. Во, вот то, что я просил сделать с ней. Просто эфесом по башке. Бах, и все. Да она же вообще никто. Зачем ты забрал и открыл вообще? Чё, крысюков отправишь? Чувак, это не смешно, тебя реально сожру. А ее главное не трогают, обычно ее очень быстро жрут, но сейчас ее не трогают, наверное, потому что она сейчас в сознании. Скажите, пожалуйста, как он ей башку не раскроил? Огромный мужичара под 100 килограмм, в полном доспехе, берет и эфесом вот так вот бах по башке. Но нет, она в порядке, ни сотрясения, ни контузия, она даже сама ходить может. Нет, плывите, мы останемся здесь. Бам. Прощайте, лузеры.
Давай, до свидания. Ой, блин. How about we go out to sea? Just the two of us. Угу. Let's go find your island. Короче, ребят, с этого момента, после такого удара по башке, амнистию официально переименовываем в амнезию. Так что у нас есть Гуго и амнезия. Шаг в неизвестность. 35 минут загрузки нас сейчас ожидают. Подождите, я даже не знаю, останавливать запись. А черт с ним, останавливаю запись. Поехали. На удивление, прошло всего лишь 2,5 минуты. Хотя, как вы понимаете, это тоже чудовищно по современным меркам, чтобы игра, жрущая 38-40% ресурса твоего компа и идущая с SSD-шки, загружалась в течение 2,5 минут. Камон, мы же не на плойке играем. Hugo, they're the smartest people I know. It's bleeding again. Yes, we should fix that before it gets infected, I guess. There's water up Уже there. Прошло полдня, вы yes. Чё? Там была вода, вы от речки шли, вы долбанутые. Мы могли на месте перевязаться. Ой. Просто забить. Is it your island? Yes. These look like teeth. It's a two-teeth island. Двузубый остров. I think I saw it on a painting in Vaudan's laboratory. So it's really real. I'll do it. Смотри, Рэмбо такой. Be gentle, please. Yes. It's done. Already? Nice. Thank you. You're good at this. I tried not to hurt you. You're good at this. Now come on, sir. We need to find your island. Yes. Сделайте стрел, пожалуйста, обычных деревянных. Не надо находить по пути. Сделайте обычные деревянные стрелы. Ну просто судя по тому, что у нее бесконечное количество камней, на нее там какой-то личный каменщик в кармане работает. Ну ладно, я могу понять, что камней реально много, почему-то это в первой части вроде камни были не бесконечные. Разные механики. Да конечно, им все будет в порядке. Кинули мамашу с этим, с недоалхимиком. Come on, you like flowers. В первой части мы ходили по горам трупов под акведуком. Во второй части мы ходим по цветочному полю. Контраст, конечно. Ну, ладно. Promise? Yes. Wait. You see that tree? I'm sure I can reach it faster than you. Now? Why? Because you're a little chicken. I'm not. You are. Шляпа. Что за перевод? Three, two. What? Hey! You're going to be a chicken! Пацан, ты же понимаешь, что у нее ноги как ты весь ростом? It'll pass. Oh! It's not funny! Sorry, but it is! Oh, did you hurt yourself? No. No. Нажмись. That's a beautiful feather. So soft. So blue. It must have fallen from that nest up in the tree, see? Oh, yes. We'll look for other nests. I'm sure we'll find more feathers. Yes. In the meantime, I'll make you a bird. A night bird. Птица-рыцарь. Oh, that reminds me. I found some pretty flowers when I was out with Lucas. Do you want them? I think I prefer feathers now. Oh, fine. Отлично. That was a good race. It was. It's still hurting you. No. What hurts the most is that I'm a chicken now. But a nice chicken. Ты скорее не chicken, ты скорее chick. Была бы, если бы не была таким мужиком.
Next time I'll crush you. Oh, you hear that? What is it? Chants. It sounds like a mass. There's a church here? We'll see. What is Look, that? It's a mass. Lock it! No, we're too far from a city. But the chants are coming from there. Maybe they know about the island. Yes. We're going to ask. Конечно, конечно. Hello. Ходите и спрашивайте. Can I do something for you? Hello. Yes. We're trying to find our way. Why are people singing? Oh, because it's mass time. We're on a pilgrimage, so we pray for the success of our journey. Oh, you're on your way to Rome. Exactly. And you, where are you heading? To an island. We don't know much about it. Our leader, Perrault, he knows the region well. He'll help you. You'll find him near the ruins. He's the one leading the mass. Надо подождать, пока он дочитает. Shade. You look hurt. Yes. Thank you. Thank you. Так, насколько тут мертвые люди? Давайте посмотрим. Тут нам не дают близко подойти, чтобы мы не увидели эти ужасные текстурки. Вон та вода, которая просто прозрачная текстурка. Ну, короче, ладно. Тут все, что хоть на миллиметр дальше центра экрана, оно считается второстепенным и сделано просто отвратительно. Ну, вы понимаете. Я вам уже это демонстрировал на примере города, который мы сожрали крысами. Very special year. Let's try to find this Perro. Boy. Ясно. Оно не рассчитано на то, чтобы мы останавливались и смотрели на это. Careful, children. Это гусь. Гусь, это ты, чувак. А где тут золотой колокольчик? Не подскажешь? Это реально гусь. Извини, я не буду тебя пугать. Я помню, что люди скоты. Кстати, в этой игре люди тоже скоты. Иди найди свой золотой колокольчик, чувак. Я буду рад за тебя. May the weather stay fair. Дети несбиваемые. Блин, отлично. Сделали парный геймплей, чтобы ходить вдвоем. И сделали эти... It smells like stew. You have a good nose. I'm hungry now. Прикиньте, вот такой котел, запах разносится на пол лагеря. О, это же пахнет как рагу. О, у тебя хороший нюх. Че за кишку ты тут рубишь? Ладно. Короче, это понятно, что текстурки тут делали правой пяткой левой ноги. Значит, этого заморачиваться тоже не стоит. Will we see the Pope in Rome? Hey, Janine, do you happen to have any salt left? Well, there will be thousands and thousands of people. There's there. Even more of us with that last group. More plates mean bigger pots. Oh, let me finish. Мне надо на пение идти, что ли? Женщина. Так, ребятки, на секундочку отходил, но игра была на паузе. Шифтовать тут нельзя, поэтому ты обречен ходить медленным шагом. А, вон туда нам. Через всю эту унылость, ну, ладно. Погоди, тебе будет еще тот момент, где она его на шею закинет? Хотя вряд ли. А, отстань ты от меня, я туда хочу пройти. Тебе удобно так мешочек носить? Он не бьется, не обо что? Я могу это не слушать, скипнуть? Да ну нафиг вас. Спасибо, игра. Нуднейшее место, которое нужно просто переждать, перестоять. Наконец-то. Хорошо, хоть не так долго. Если что, амен означает верь. Oh, hello, and welcome. You're new here? Yes. Well, actually, we're a bit lost. And where are you going? Perrier. Not to Rome, I would assume. Perrier. No, we're looking for an island. Perrier. It has two feet, and there's a bird, and a small lake. Ну, да, it's probably an island with two large mountains. We were told you could help us find it. Not from memory. Эти ребята, что прикол. Говорят же, что в японские игры нужно играть на оригинале, просто с субтитрами. Мне кажется, вот эту и первую, и вторую игру нужно было играть на французском с субтитрами. То есть,
What's going on? We're looking for a boy and a girl. The girl has killed several soldiers. She's armed and dangerous. By order of Count Victor of Arles. We're searching this camp. I know a guilty look when I see one. But whatever you've done, I won't give up a child. Так не выдавай пацана, пацана, спрячь ее, выдай. Ты понимаешь, что... Ой, ты вообще утырок или где? У меня тут, короче, убийца, которую разыскивают, которая явно убила несколько человек. Но я ее не выдам, потому что с ней ребенок. К тому же, чувак, твоих же тут людей будут сейчас терроризировать из-за того, что ты делаешь. I'm trying. We're all judged, eventually. Slowly. There's more of them. Two children, a girl and a small boy. I'm not sure. There's so many of us now. Then think. Hey, be careful. И никто их не видит. Никто их не видит. Hide under that car before they see you. I'll handle them. Come on, Amicia. Excuse me, what do you want? Have you checked that group over there? Some of them joined us recently. Not that they really look like your fugitives, but who knows? It's better than nothing. Let's go and see. You heard him. Be on guard and keep your eyes open. Good idea. Do we go now, Amicia? Not yet. Да, давай, 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 лезь. Hey, you! Me! How long have you been... Нормально, он просто взял и слил своих же. Calmly. Почему вы предлагаете мне в это верить? Почему вы предлагаете мне верить в то, что происходит на экране? Это же абсурд! Be careful. Come on, we need to get away from here. I hope the soldiers won't hurt. They won't hurt anybody if they don't find us. Да, именно так. Они никому не причинят вреда. Ага, они будут только пытать людей, пока вас ищут, что будут думать, что вы их, что они вас укрывают. Off me! Давай, продолжаем отбивать почки. Че, мы за Гуго будем играть? Давай. Крыс, сюда, крыс. Студию. Давайте еще это поселение сожрем. Мы же уже сколько, 2 города сожрали. Давайте еще это поселение сожрем. Солдаты никогда в жизни не преодолеют вот это, да? Никогда в жизни. We must leave. We have to keep moving. Игра. Ха-ха-ха. Прекрати, что ты делаешь? Where are we? Путь к свободе. Я знаю, какой путь к свободе в этой игре. Он заключается в комбинации клавиш Alt и F4. Играя в эту игру, нажимаешь эту комбинацию клавиш, и ты свободен от той ереси, которая тут происходит. Let's push inside, да-да-да. Ну, давайте я посмотрю, я ничего не находил тут, я ничего сделать не смогу. Да, нужно 2 везде. Хотя... арбалет теперь можно. Арбалет более мягкий металл, позволяет перезаряжать куда быстрее. Куда быстрее? Давайте. Раз ты у нас и тут и кузнец, и на дуде, и грец. Арбалет прокачали, хорошо. Типа туда нам предлагают? А тут что? Не то, чтобы мне прям было так интересно, но я все-таки гляну. Мне кажется, тут... Now we know where the sea is. It doesn't matter. I want you to be safe. Yes. I'm... Погодите, я могу крафтить болты? Конечно, нет. Или да? Нет, не могу. Болты мне надо находить. И знаете, в чем прикол, что
Вот это все снаряды для прощи. Но снаряды для арбалета сделайте так, что раз уж арбалет, чтобы он автоматически подбирал свои снаряды, а то как-то получается криво. Пойдем. Пока что как есть, все равно мы ничем пользоваться не можем. А, тут у нас ничего интересненького, вроде ничего. Это бедненько, один сундучок с каким-то этим. Дайте мне... Здравствуйте. А там что? Почему я не могу туда попасть? А я хочу туда... А там не наверх, ребят! Ладно. Нет, так нет. Ну, возможно, я сейчас по кругу пройдусь. Did you really kill soldiers? Да. I lost myself. You didn't tell me. I was ashamed. Now stay focused. Чувак, ты даже не представляешь, насколько она хладнокровная убийца. Go on, Hugo. Yes. Иди, ползи, крыса. Открой мне с той стороны. I'm going to open the door. Don't stand behind it. Ну, открывай. It's open. Well done. Are they the soldiers from the city? Yes. But they were nice. They looked nice, but they were not, believe me. Это тяжелый сундук, который с инструментами, по-моему, да? Да, инструменты тут нам дали еще одни. Если бы я типа не прокачал бы арбалет сейчас, то я бы мог прокачать что-то другое. На самом деле мне вполне устраивает перезарядка арбалета. Вообще, развить все первые, типа, скиллы, оно нормально. Я не вижу ничего плохого в этом. А потом уже будем заниматься... Мне бы еще тогда стрелы найти, знаете, ребят, было бы прям хорошо. Смотри, твоя голова, у тебя ее нет. Амиция, ты безмозглая, смотри. Так, я могу вот этих сделать. Тогда я смогу забрать вот это. Хорошо. Спирт. Оп. Видите, оно блестит таким образом, как будто его можно подобрать. Это иллюзия, это просто молоток. Стоп, миссия. There are people. I hear nothing. How do you know? I feel them. I think it's Дайте я поуправляю крысами, как в первой части. Это было весело. You're sure about this? Yes. Don't worry. Fine. Just careful. Yes. I see them. They're here. Soldiers. Hold on. How? The rats. They can feel people's blood. Now I can too. It's like a noise. Like an echo. So where are they? Close. Coming. I can do it again if you want. Got it. Let's go, careful. Eyes open, soldiers! They're trapped in here! What? They're here! Stop them! Drop it! Here, with me! Валим, просто валим, просто валим! Нам тут нечего делать. There's intruders here! A door, up there! Your head is in my head! До свидания. Оп, все. А, в смысле, продолжить? Что? Я ничего не нажимал, вы чё? Да-да-да, никого нет дома! Нам нужно сжечь, согласен. Это арбалетный болт? Нет, это нож. Один. Нормально. Горшочек взяли.
Вон чувак. Вот чувак. Блин, плохо, что тут тоже. А этот меня сейчас увидит. И этот меня сейчас увидит. А мне, извините, куда? Мне сюда, понятно. Пофиг на тот лут, который там был, честно. Смотрите, мне легкий шаг. Типа я что-то простелсил нормально по-человечески. Передвигается намного тише и привлекает меньше внимания. Неужели это случилось? Агрессия. Быстро ориентируется на местности и может толкать врага в огонь или скопище крыс, чтобы его прикончить. Мне нужно... Так, а приспособление это... Погодите, агрессия это когда я именно нападаю на людей, вот не стреляю в них с прощи, а... Погодите, когда я стреляю... Это у нас приспособления, они у нас хорошо прокачаны, потому что я играю очень агрессивно. Но от того, что я играю агрессивно, у нас не прокачивается агрессия, потому что это нужно именно бить людей. А, и стелс у нас качнулся немножечко, потому что я что-то нормально простелсил. Окей. Знаете что, ребят, давайте тогда на этом моменте заканчивать. Дальше же будем пробираться к этому зданию в следующей серии. Пока что спасибо, что были с нами, всем удачи, добра, бобра, всем молодышек, всем покеда.